Ja, nichts veröffentlicht. Widerstand klargestellt. Selbst die schlimmsten Kriege heute sind nicht der Holocaust, nicht vergleichbar mit dem Holocaust. Vorausgegangen waren die Ausdrücke des russischen Außenministers Lavrov, der Angriff auf die Ukraine diene der Denazifizierung. Oder ein Genozid in der Ostukraine verhindern, gespickt mit antisemitischen Anwürfen. Diese nicht sehr unterschwellige Botschaft, dieser Nazi-Vergleiche auf allen Seiten ist eine moralische Verpflichtung zu erzwingen. Entweder den russischen Krieg, also mit den Köpfen anzusehen, oder entschlossen an die Ukraine beizutreten. Beides ein Versuch über die Geschichte, die Erinnerung an die Shoah, den deutschen Vernichtungskrieg, über die Und
С Днем Победы всех россиян, всех русскоязычных жителей Берлина. С Днем Победы. Присоединяемся. Калифорния. Калифорния. Издалека приехали. А фото сделали? Да, конечно. Или только видео? Я все сделал. Слушайте, я люблю Америку. Иногда. Спасибо. Спасибо. Так, ну что? Спасибо. До свидания. Спасибо. Ночью будет нож отдельный, десятый наш десантный батальон, десятый наш десантный батальон. Откуда? Война нас добила до самых вражеских ворот, такие бродила. Когда-нибудь вспомним это Ленинград самим. А нынче нам нужна одна победа, одна на всех, мы за ценой не постоим. Одна на всех, мы за ценой не постоим. Нас ждет огонь свидетельный. Эля. Субтитры сделал DimaTorzok.
что дружба. Ребята падают нам голоса, не потому так часто и печально. Мы замолкаем, глядя в небеса. Он нам тоже помогает. Да? Он нам тоже. С праздником, волки! Какой канал? Сейчас подключимся. Прямой эфир. Карл. Меня все сварило. Мы тоже отовсюду. Мы думаем, что не отовсюду. Спасибо, братья. О, красота! Спасибо большое! Спасибо большое тебе! Спасибо вам! С праздником! Что приехали! С праздником! Сербия, Русь, братья! Ага! Сербия! Да. Дружба! Thank you.
Ich habe Zeit.